Опубликовано видео с места смертельной аварии с маршруткой под Москвой. Гражданский репортер прислал нам эти кадры через приложение LiveCor. Произошло ДТП около 5 часов утра на 36-м километре трассы М4 в Домодедове. Жертвами автокатастрофы стали 7 человек, водители и 6 его пассажирок. Выжить удалось двоим: мужчину с переломом бедра и черепно-мозговой травмой, и женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. По предварительной информации, виновник аварии — водитель микроавтобуса. Автомобиль Volkswagen Crafter ехал к Москве и врезался в фуру Volvo, стоявшую в средней полосе после мелкого ДТП. От удара большегруз сдвинулся вперед и врезался в грузовик Iveco. Кроме того, Volvo сбил одного из водителей, который стоял около аварийной машины.